XVIII веке наблюдается новый подъем строительного дела, особенно в возведении крепостей. Гражданское строительство велось во всех без исключения городах Крыма. Дартели, путешествуя по городам ханства, сообщал, что в Кизлеве восстановили старую крепость, углубили ров, построили новые административные и общественные здания. Дартели писал: «Мехмед Ага, нынешний визирь хана, начал строить в этом году великолепный хан, или караван-сарай, как убежище для купцов и горожан. Этот хан имеет очень высокие стены из дикого камня, по четырем сторонам двора сводчатые помещения в два яруса, стены с бойницами и охраняются часовыми, так что поверху стены можно расхаживать вполне безопасно. Подобные здания – можно бы назвать не караван-сараем, то есть обыкновенным заезжим двором, а сильным и надежным замком, более обращенным к морю, чем к суше». Продукция деревообрабатывающих цехов состояла главным образом из ажурных дубовых оконных решеток, без которых было трудно представить себе дом зажиточного горожанина. Но, пожалуй, самым массовым видом столярной продукции были детские колыбельки – бешек, которые покупались всеми, вне зависимости от достатка. Это был вопрос чести семьи. Эти изящные изделия мастерились из твердых пород дерева. С течением времени спрос на изделия из красного дерева отнюдь не падал. Об этом говорит тот факт, что во второй половине XVIII века на Бахчисарайской улице насчитывалось 7 мастерских краснодеревщиков-резчиков, 8 мастерских по производству чубуков и столько же по производству бочек, а в 19 местах делали деревянную посуду. В селах столяры занимались изготовлением более крупных деревянных изделий, которые заказывали и забирали прямо из мастерских, зачастую находившихся высоко в горах. Так, в районе Ялты и Бельбекской долины работали мастера, собиравшие виноградные прессы двух типов – тарапаны и скендже. Известны были и народные мастера по обработке изделий из дерева. Например, в Кокозе изготавливали деревянную посуду, сверлили из жасминового и черешиного дерева чубуки для трубок. Отсюда же выходили и разнообразные транспортные средства – телеги, мажары и легкие повозки. В Кокозе были известны целые династии тележников, а в целом число мастеровых в этом крупном селе в конце XVIII века доходило до 300. Еще одним видом промысла, распространенным преимущественно в горном регионе ханства, было плетение из прутьев – сепечи. Крупным центром керамического и гончарного производства являлось село Саблы на правом берегу реки Альмы. Здесь были выходы хорошей глины. Но и там, где месторождение было бедным или гончарной глины не было, все равно имелись мастера-керамисты, которые изготавливали мелкие предметы, не требовавшие большого расхода материалов. Становление профессионального ремесла в Крымском ханстве как части культуры крымско-татарского народа привело к возникновению цеховых организаций и артелей. В первую очередь цеховые корпорации, в которые объединялись ремесленники, защищали интересы производителей и способствовали благоприятным условиям развития городского ремесла в средние века и новое время. Одним словом, ремесленное производство, его приемы еще долгое время оставались неизменными благодаря традиции цеховых организаций.
а узкая специализация позволяла довести мастерство ремесленников до совершенства. Уже в эпоху позднего средневековья и нового времени в Крыму процветали, соблюдая этикет, оберегая, сохраняя свои вековые обычаи и законы, цеховые союзы. Они представляли собой объединение городских ремесленников одной или нескольких специальностей. Их традиции были сильны и жизнеспособны. Каждый цех занимал определенный городской квартал, где мастера жили, производили изделия и тут же в лавках при мастерских их продавали. Цех жил довольно изолированно и имел даже свои места отдыха. В городах могли быть десятки и сотни цехов различной хозяйственной ориентации, ведь специализация производства проходила не внутри цеха, а между цехами. С глубокой старины городские ремесленные организации Крымского ханства подчинялись цеховым уставам – сулев-наме. В этих уставах была четко расписана иерархия, которой строго придерживались. Высшим должностным лицом, главой всех ремесленников города являлся наиб. Как правило, это почетное звание он получал по наследству. У наиба был помощник – серчешме. Большими полномочиями обладали цеховые старшины или главные мастера – устабаши. Это была высокая почетная должность, заслужить которую было не так просто. Далее, согласно иерархии, следовал главный подмастерье – усталар или калфабаши. Ему помогал второй подмастерье или глава молодых учеников – егидбаши. Ну и самую последнюю ступень занимали ученики – шакирт. Среди ремесленников были люди, которые выполняли функцию своеобразных смотрителей и выявляли нарушителей устава, называли их чауши. Устабаши и егидбаши руководили приемом учеников и посвящением их в мастера, регулировали размеры производства и цены на продукцию. Все цеха представляли собой наследственную касту и имели многовековую историю. И если же ученик, а тем более подмастерье, хотел поменять профессию своих предков на новую, то ему приходилось сталкиваться с большими трудностями. У каждого из цехов был свой покровитель. Так считалось, что Джабраил покровительствовал пекарям и поварам, пророк Дауд заботился о кузнецах, пророк Ибраим – о строителях, пророк Идрис – о ткачах и так далее. Подростка начинали приобщать к ремесленному сословию с 10-11 лет. Отныне он отличался от сверстников тем, что звался шекердом, и это была первая ступень к восхождению к вершинам мастерства и признания. Работал такой ученик не бесплатно. Ему гарантировалось место за общим столом рядом с остальными работниками мастерской и самим хозяином. Мастер обязан был брать на себя заботу о подростке, о его духовном и профессиональном развитии. Быт мастерской не менялся веками, то есть сохранял патриархальные черты. Отношения были почти семейными, вплоть до того, что накануне пятницы хозяин раздавал своим малолетним помощникам деньги на гостинцы, а более взрослым – материал, из которого они сами могли изготовить что-либо, годившееся на продажу. По вечерам мальчиков отпускали домой с тем, чтобы утром они были на месте к открытию мастерской. Длилось такое обучение 3 года. Срок обучения не всегда составлял 3 года. Он мог и удлиниться, пока мастер не сочтет шакирда, то есть ученика, готовым представить свое искусство на суд совета мастеров.
Но бывало, что подросток оказывался необычайно способным, и тогда его умения оценивали до истечения установленного срока. Собравшиеся на совете рассматривали готовые изделия, и если оно соответствовало норме, то ученик переходил в подмастерья калфы и начинал получать определенное жалование. Калфа или подмастерья крымских цехов оберегался рядом узаконенных прав. Он также, как и ученик, должен был служить у стабаши 3 года, после чего его ждали испытания у своего же мастера. И лишь при благоприятном исходе он снова представал перед советом мастеров, во главе которого восседал у стабаши соответствующего цеха. И только по решению совета калфа переходил в мастера. Но этот переход был неполным. Несмотря на то, что он мог открыть собственное дело, он не имел права содержать в своей мастерской или лавке учеников или иных помощников. Для того, чтобы стать воспитателем, требовалось пройти еще одно просвещение. Теперь уже в торжественной обстановке, на почитаемом среди ремесленного сословия празднике Риван. А пока новый мастер считался непосвященным – Ривансыс. Праздник ремесленных сословий Риван случался нечасто, лишь тогда, когда с точки зрения устабашей накапливалось достаточное число мастеров, не прошедших окончательного посвящения. Бывало, что это ожидание могло затянуться на 20 и более лет. Очевидно, таким образом сохранялся баланс между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы. Придерживаясь старинных традиций, главы ремесленных сословий с особым почтением относились к одному из самых ярких праздников крымских татар эпохи Крымского ханства – торжественному дню посвящения в мастера. Риван буквально означал «ищущий высшего звания». На это торжество своим долгом считали прийти мастеровые всех цехов города и ближайших сел. И, конечно же, горожане всех сословий. Этот праздник-экзамен был итогом длительного учения и произведения мастерства. К Ривану готовились несколько недель. Будущие устабаши собирали средства, организовывали угощения для гостей, приглашали музыкантов. На празднество шло около 10 барашков от каждого цеха. Шились торжественные шелковые передники, пештемалы и закупались платки для подарков. Торжество начиналось в городе, где сооружался по этому случаю праздничный навес, либо выбиралось помещение, называемое селямлык. Перед входом выстраивались будущие мастера, которые встречали почетных гостей. На экзаменуемых мастерах, кроме обычной одежды, были передники пештемалы, повязанные пока наискось через правое плечо к левому бедру. Последним селямлык являлся мулла. Он читал молитву, обращенную к святым покровителям ремесел. И только потом все отправлялись за город к реке, где и должно было происходить главное действие. Туда с почетом везли только наиба, остальные шли пешком. Это было многолюдное красочное шествие, возглавляемое музыкантами. Здесь прибывших угощали кофе, и только после обеда начиналась торжественная часть посвящения. На центральное место усаживался городской голова всех ремесленных корпораций. На левой почетной стороне от него располагались устабаши, земледельцев, башмачников и так далее до наименее почетного банщика, всего 36 старейшин. Справа ряд начинался с устабаши кожевенного цеха. Затем по убывающей усаживались цюрильники, ткачи и так далее,
до двух представителей полуремесел – костоправов и повивальных бабок. Таким образом, были представлены все 72 ремесла. Тут же стояли знаменосцы, каждый со своим цеховым санджаком, знаменем. Будущие уста-баши стояли в том же порядке, стройными рядами. После всеобщего молебна, который громко читал сер-чешме, из строя мастеров поочередно выходил один человек. Он подходил к городскому голове и отвечал на ряд традиционных вопросов. После этой церемонии сер-чешме шептал испытуемому на ухо древний традиционный завет. «Никогда не закрывай свои двери». Никогда не открывай чужой и работай столько, сколько достаточно для твоей жизни. А после этого давал знак к целованию руки у наиба. А последний, в свою очередь, опоясывал мастера передником пештималом. По окончанию этой довольно долгой церемонии мулла громко читал молитву, после которой каждый из бывших кандидатов считался уже полноправным мастером – реванлы. Празднество продолжалось несколько дней. Устраивались скачки, борьба, куреш и танцы. После окончания праздника мастер уста-баши обладал всеми правами хозяина мастерской. Одновременно он обязывался строго соблюдать многочисленные правила цехового устава. Высокий статус мастера, например, подчеркивался тем, что ему запрещалось выходить из помещения мастерской или лавки в рабочей одежде, даже в переднике. Замеченный в этом нарушении мастер наказывался штрафом и закрытием мастерской на 3 дня. Ну а если клиент жаловался на некачественное изделие, то уста-баши, стоявшие на страже доброй славы цеха и его мастеров, могли лишить виновного звания мастера. Ремесленники пользовались не только большим уважением среди горожан, но и умели это уважение поддерживать. Очевидно, высокому статусу мастера содействовало и искусственное сдерживание роста квалифицированной рабочей силы, поскольку такое перепроизводство могло бы привести к снижению качества изделия. Поэтому в Бахчисарае, например, на 374 мастера приходилось всего 165 подмастерьев, кандидатов на столь высокое звание.